Зрители замирают от восторга и ужаса. Колеса велосипедов над лежащим на асфальте мужчиной. Мгновение и прыжок. Но опасности нет. Работают профессионалы. Многократные чемпионы России по велотриалу Михаил Суханов и Тимур Ибрагимов. Их шоу – лишь одно из событий этой ночи в парке. Бездумно повторять, конечно, не рекомендуется. События проходят в парках региона уже во второй раз. Жители Ивантеевки только успевали наслаждаться зрелищами. Со сцены доносился звук японских барабанов и немецких волынок. Детей радовали цирковые артисты. Они привлекали к участию в номерах и маленьких посетителей. Так, внимание! Аттракцион «Падающий мальчик». В это время другие дети и взрослые готовились к забегу с фонариками. Смотрели фильмы в летнем кинотеатре, наслаждались танцем дракона. И своими собственными. В регионе акцию посетили более 20 тысяч человек. Вдохновленные артистами, люди продолжали веселиться и в сумерках. Жанна Ловенько, Сергей Денисов, новости Большого округа.